Работа по благоустройству общественных пространств и улучшению городской среды системно ведется уже много лет. В 2017 году большой объем работ проведен на площади 400-летия Тюмени. Завершены работы по строительству набережной на правом берегу Туры. Ее протяженность от Свято-Троицкого мужского монастыря до Масловского взвоза превысила 3 километра. Ведется благоустройство памятника природы регионального значения лесопарк Затюменский, лесопарк Гилевская роща. Благоустроено 59 дворовых территорий в 5 муниципальных образованиях области. В новых тюменских микрорайонах благоустройство дворов и общественных зон ведется силами самих застройщиков. Считаю очень важным, что комплексное развитие современной городской инфраструктуры ведется с обязательным учетом мнения жителей. Так, в городах Ишиме, Илуторовске, Заводоуковске, Тобольске, Тюменском районе 18 марта текущего года прошли рейтинговые голосования населения по выбору объектов строительства и благоустройства. Определены 27 объектов победителей. Работы по их созданию начнутся уже в этом году.